две вертикальные палочки. А всегда ли можно делать рядом расположенные две вертикальные палочки и убирать? То есть вы думаете, что если вы складываете какой-то модуль и другой модуль, то это то же самое, что берете модуль А плюс Б, да? Смотри, представь себе такой пример. Модуль единицы плюс модуль минус двух. Да, интересно. Если здесь будет минус один, а здесь будет два. Смотрите, что делать. Они разного знака. Когда вы здесь напишете минус один плюс два, то будет один. А здесь будет один плюс два, три. Поэтому нельзя так писать.